И папа, и мама мои участвовали в Великой Отечественной войне. Мама Гаврина Таисия Алексеевна родилась в поселке Реполово. Это недалеко от Ханты-Мансийска, 80 километров по воде. После семилетки с сестрой она приезжает сюда, в Ханты-Мансийск, поступает в ФАШ, фельдшерская акушерская школа. Готовили фельдшеров, медсестер и акушеров. Мама, сказать, что повезло больше так нельзя, потому что война – это никакое не везение, но она прошла всю войну с 41 по 46. А в 42 году, когда их только привезли под Сталинград, девчонок, в госпитале они ходили в своих платьях, сверху надевали курточки или халаты белые, привезли их в Сталинград, и первый бой, который был, он был очень тяжелый, очень страшный, кровопролитный. Там убило двух командиров, под началом которых она служила. Девчонки в цветных платьях, в своих туфельках, ползали по этому полю, собирали раненых, перевязывали. Ну и на другой день было построение, а у нее было красное платье, которое на ветру раздувалось. Командир, увидев, что платье выдувается из строя, сказал всех быстро перемундировать. После Сталинграда была Орловско-Курская дуга. Под Орлом ей сначала вручили орден Красной Звезды, а потом, через некоторое время после вручения, ранила осколками мины. И она работала в санитарном поезде. После ранения, после госпиталя работала в санитарном поезде. На 50 лет Победы она ездила на парад Победы в Москву. Вот эта делегация, и среди них она.